вместе сходим. Да? Ага. А ты пока отдохни. Ладно, держи. Давай. Поудобней. Не задерживайтесь, его еще надо искупать. Да я дипломированный пастух. Значит так, овцы, ужин ждет вас в хлеву. Так что идите. Снежок, все в хлев. Ромашка, заходи. Ого, сколько овец. Как думаешь, сколько их здесь? Посчитаем? Одна, две. Ну и хватит, а то я усну. Юджин. Эй, заходим, заходим. Тот, двигай телом. У нас явно овец больше, чем нужно. Ладно, ребята, увидимся завтра. Эй, ты как вылез? Пойдем, озорник. Дыши, дыши. Не могу, так, не могу. Я возьму его, ладно? Давай. Осторожно, иди сюда. Тш, 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 тш. Прости. Я не знаю, что. Я просто их... Ничего. Зато сразу взбодрились. Ну что?
Привет. Ты где была? Охотилась. Получилось как-то долго. Кто приехал? Ну, ты заходи. Ай! Ай! А у тебя медвежья хватка. Привет, Томми. А вот и ты. Давай, я возьму его. Иди сюда. Вот так. Помочь? Я сам. Здравствуй. Привет. Рада видеть. И я тебя. Такой тяжеленький. Да уж, сплошной комок мускулов. Как город, Мария? Нормально. Мы решили на время расстаться. Сочувствую. Ничего. Мы поговорили об этом. Мы оба этого хотим. Итак, присядь. Кое-что покажу. Я тут пару месяцев наводил справки. Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Хватит с нас этого. Прости. Ну, я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Так, все, держу. Эй, что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя! Ты знаешь, что мы пережили. Не начинай! Она дала слово! Да мне плевать! Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Чтобы больше ты в моей доме, а мы не сеет нас. Ты меня понял?
Какой ты цирк. Не говори. Твой старик мне сегодня устроил. На тему. Патрулировать меня учил. Так делай, так не делай. Он сама забота, когда дело касается тебя. Да. Она любит покрасоваться. Ничего, через 2 недели опять сойдетесь. Да, конечно. Она что-то говорила? Даже через неделю. Элли, привет. Долго ж ты шла? Ну, пришла же. Дина. Джесси, пойдем. Вы только недолго, нам рано вставать. Есть, сэр. Злая ты. Да ладно. Не начинай хоть ты. У меня к тебе очень серьезный вопрос. От меня плохо пахнет? Как от навозной кучи. О, ясно. А вот так. Фу. Тебе нравится. Смотри, на тебя все парни пялятся. А может быть, на тебя? Нет. Может, они ревнуют? Я же девчонка, не конкурент. Эй, соблюдайте приличие. Извини.